Ужесточение в несколько раз штрафов за неправильную парковку пока не изменило ситуацию на городских улицах. Водители предпочитают оставлять свои машины не там, где разрешено, а там, где удобно. В Волгограде волонтеры вместе с инспекторами ГИБДД решили обратить внимание владельцев транспорта на нарушение правил. И специальную акцию они провели возле крупного торгового центра. Подробности Ольги Макаровой. Знаки, запрещающие парковку вдоль проезжей части в Волгограде, водители уже как будто привыкли игнорировать. Оставляя свой личный автотранспорт прямо на одной из полос движения, многие не думают ни о других горожанах, которые часами стоят в заторах, и заброшенного транспорта, ни о дорожных службах, которые чистят магистрали, ни о пешеходах. Не пугают даже высокие штрафы за неправильную парковку. Сейчас штраф в размере 1500 рублей за остановку, стоянку под знаком. А был? Был 300 рублей, штраф увеличился в прошлом году в 5 раз. Водителей никак не пугает, они поясняют это отличие, а это отсутствием парковочных мест. Однако проблема брошенных автомобилей настолько надоела горожанам, что они вышли на улицы Волгограда вместе с сотрудниками ДПС. Бороться решили мирными способами. Первая акция «Паркуйся правильно» прошла в Ворошиловском районе рядом с крупным торговым центром. Стоянка здесь разрешена только служебному транспорту. Однако паркуются все, кому не лень. К примеру, этот водитель так торопился по делам, что не заметил запрещающего знака. Сергей Владимирович, знак, запрещающий остановку и парковку, в этом месте видели вы? Видели. Почему совершили парковочку? Ну, надо было заехать в один офис. В офис нужно было заехать? В курсе, что за это предусмотрена административная ответственность? Да, вообще предупреждение не предусмотрено в этом случае, но так как проводится сегодня акция. Да, у нас проходит акция «Движение с уважением». Вот. Мы поддерживаем водителей, пешеходов и других любых участников движения, которые выбирают двигаться по правилам с уважением к другим. Вот. Поэтому... Надеемся, впредь нарушений с вашей стороны не будет. Хорошо. В отношении парковки. С благодарностью за сотрудничество инспекторы и участники социального проекта «Движение с уважением» подарили водителю наклейку, которую тут же закрепили на заднем стекле автомобиля. Мы надеемся, что наши водители будут внимательными, будут не нарушать правила дорожного движения для того, чтобы не создавать помех при проезде транспорта по улицам нашего города. Вести общественный контроль за водителями-нарушителями инспекторы и общественники решили и впредь. Только до конца февраля ими запланировано проведение более 10 подобных акций во всех районах Волгограда и в Волжском. Ольга Макарова, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба».